Москва, Александровский сад, парадные расчеты, военный оркестр, волонтеры Победы, делегаты и почетный караул. Все готово к началу торжественной церемонии переноса частицы вечного огня от могилы неизвестного солдата в столицу Сербии. Вечный огонь – один из главных символов победы Великой Отечественной, знаменует собой память народа о павших героях, борцах за свободу, за честь Родины. Сегодня в торжественной церемонии передачи частицы вечного огня принимают участие председатель Российского исторического общества Сергей Ильич Нарышкин. Ровно в 10 утра диктор объявляет о начале церемонии. К собравшимся у стен Кремля обращается Сергей Нарышкин, напоминая, как важно сохранить правду о подвиге предков и роли Красной Армии в освобождении Европы от нацизма. Более миллиона бойцов и командиров Красной Армии отдали свои жизни за освобождение стран Восточной и Центральной Европы от нацистских захватчиков. И благодарная память об этих событиях до сих пор живет в сердцах многих простых европейцев. 75-летие Победы во Второй мировой войне отмечается в международном масштабе, но в России к этой дате особое отношение. Именно Красная Армия и советский народ внесли решающий вклад в разгром нацизма, понеся огромные, неисчислимые потери. 2020-й был объявлен президентом страны годом памяти и славы. Сербский народ понес тяжелые утраты в годы войны. В результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями. Освободительная миссия Красной Армии стала спасением сербской нации. Я уверен в том, что сохранение памяти о подвиге советского солдата и союзников, сербских патриотов, антифашистов – это нравственный долг двух наших народов, двух наших братских стран. Звучит военный оркестр, и офицер почетного караула зажигает факел. Через несколько секунд передает его председателю Российского исторического общества. И вот тот самый торжественный момент. Колбу с огнем аккуратно грузит в автомобиль. В знак скорби и благодарности тем, кто отдал свои жизни, защищая мир от нацизма, возлагает цветы. Над Александровским садом повисла тишина. В память о погибших в Великой Отечественной минута молчания. Перенос частицы вечного огня в Белград глубоко символичен. Это олицетворение братства российского и сербского народов, близость языков и культур, переплетение исторических судеб и общая память о самых страшных страницах прошлого. Сербия – одна из тех стран, где подвиг России, Советского Союза во Второй мировой войне действительно чтят, которые, где действительно есть огромный интерес и уважение к нашей истории. Сегодняшняя церемония Сам передача огня – это очень хороший символический жест нашего боевого братства, которое складывалось в годы Второй мировой войны. Такая акция единства двух народов особенно важна, учитывая, что ключевые события Второй мировой войны сейчас все чаще пытаются пересмотреть. Сегодня история политизируется. Сегодня совершенно ясно, что историческое прошлое становится ареной такой политической борьбы. И понятно совершенно, что в этой борьбе нельзя быть слабым. Вечный огонь на могиле неизвестного солдата в Александровском саду горит уже более полувека. 8 мая 1967 года на церемонии открытия мемориального комплекса его зажег Леонид Брежнев. Тогда огонь доставили в Москву с Марсового поля. Сентября 2019 года, в день 80-летия начала Второй мировой войны, доставленный из Москвы вечный огонь зажгли в Любляне. Как и сейчас, частицу огня тогда перенесли от могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены. В сопровождении делегации Российского исторического общества она была доставлена спецбортом Минобороны России. Всю ночь накануне церемонии лампада со священным огнем находилась в стенах дома Рио, а рано утром ее перевезли на военный аэродром Чкаловский.
Роль хранителя частицы Вечного Огня была отведена Российскому историческому обществу и в этот раз. До отлета делегации в Сербию колба хранилась в специальном помещении в присутствии почетного караула. Сербский народ очень пострадал во время войны. Стал жертвой настоящего геноцида со стороны гитлеровских карателей и их хорватских пособников Усташи. И в этом смысле сербов роднит с нами вот эта трагедия, потому что советский народ по существу, конечно, тоже подвергся геноциду со стороны нацистской Германии. Поэтому мне кажется, что это очень символично, правильно и своевременно под занавес года памяти и славы перенести эту частицу Вечного Огня и зажечь ее в Белграде. Инициатором идеи открытия в Белграде скульптурной композиции «Вечный огонь» выступило руководство России и Сербии. С просьбой оказать содействие в организации церемонии в Российское историческое общество обратился министр иностранных дел Сергей Лавров. По просьбе Министерства иностранных дел мы 14 числа проводим церемонию взятия частицы Вечного Огня могилы неизвестного солдата, который будет зажжен вечный огонь на мемориале, посвященном советским солдатам-освободителям Белграда. Угу. Вот я приглашаю тоже поучаствовать в 14-го. Именно помощник президента России возглавил в Сербии совместную делегацию Российского исторического и Российского военно-исторического общества. На следующий день в 5 утра лампаду со священным огнем из дома Рио доставили на военный аэродром Чкаловский. На борту отправившегося в Белград военного самолета лампаду с огнем сопровождал почетный караул. А по прилету в Белград утра по частицу Вечного Огня торжественно встречала совместная сербско-российская делегация, военные, дипломаты, политики. Перед началом церемонии делегация посетила крепость Калимигдан в самом центре старого города, где в 1944-м развернулось решающее сражение за Белград. 19 октября советские войска вместе с югославскими партизанами подошли к крепости с юга. Рано утром 20 числа взяли ее штурмом и сбросили немцев в Дунай. Город был освобожден. Прямо на территории крепости военный музей. Несколько залов посвящены истории Второй мировой. Особое место отведено Белградской операции. В боях за столицу тогда погибли почти 3000 бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около 1000 советских воинов. Их имена увековечены в книге памяти. Решающий поворотный момент в этой войне произошел именно в Сталинграде. Именно от Сталинграда немецкая чума покатилась на запад. И конечно, нам хотелось бы сотрудничества, межмузейного сотрудничества с сербскими музеями. И те воинские части, которые сражались, те военачальники, солдаты, которые прошли Сталинград, многие из них потом освобождали Белград. И да, нам был бы интересен выставочный проект, где мы бы рассказали об этих людях, сражавшихся под Сталинградом, сражавшихся в Белграде. Выбор места, где отныне в Сербии будет гореть первый вечный огонь, не случайен. На мемориальном комплексе освободителям города покоятся и бойцы Народно-освободительной армии Югославии, и солдаты Красной армии, которые вместе освобождали Белград в октябре 44-го. Торжественный момент. Почетный караул выносит колбу с огнем и передает ее сербской стороне. Через мгновение священное пламя вспыхивает на мемориале освободителям Белграда. Первый в стране вечный огонь зажжен в знак памяти всем павшим. К монументу возлагают венки. Президент Сербии и министр иностранных дел России поправляют ленты, протокольный момент, за которым, впрочем, глубокий смысл. Значение этой акции невозможно переоценить. Зажжение вечного огня в столице республики – главная новость на всех национальных каналах. Минута молчания в прямом эфире транслируется на всю страну.
рассматриваем новый монумент в честь воинов-освободителей как символ духовного и исторического единства россиян и сербов, как напоминание о нашем братстве по оружию, которое помогло сокрушить зло, отстоять непреходящие ценности мира, жизни и справедливости. Во время войны немецкие оккупационные войска устроили сербам самый настоящий геноцид. Гитлеровцы целенаправленно уничтожали сербское население. Югославия тогда потеряла свыше 1 000 000 человек. Подавляющее большинство – это мирные жители. Наша задача сегодня – бороться с искажением истории. Поэтому мы благодарны президенту Путину за то, что он инициировал эту борьбу за истину. Не существует миссии важнее, чем сохранение тяжело завоеванной свободы, мира и стабильности. И мы будем сражаться за сохранение правды. Россия всегда может рассчитывать на Сербию, как на надежного друга, и пусть этот огонь вечно напоминает нам, что у нас нет права ни на мгновение забыть об этом. Белград – стратегический пункт на перекрестке Балканских дорог. Тогда, осенью 44-го, немцы готовы были стоять здесь насмерть. Город оборонял мощный гарнизон. 20 тысяч человек, 40 танков и 170 орудий. Войска 3-го Украинского фронта, наступавшие с юго-востока, встречали всюду поддержку местных партизан и простых сербов. Советских солдат в республике встречали как освободителей. Мы помним, что на протяжении всей войны с 41-го и до начала 45-го года на территории Сербии, всей Югославии, фашистская армия вместе с союзниками вынуждена была держать десятки боевых дивизий, чтобы подавлять югославское сопротивление. И каждый югославский патриот, каждый сербский патриот, отдавший свою жизнь здесь, на территории Югославии, в непрекращающейся борьбе с нацизмом все эти годы, помогал Красной армии. Помогал нам защищать нашу Родину и положил свою жизнь на общий алтарь победы над нацизмом. Скульптурная композиция «Вечного огня» в Белграде, созданная Андреем Тыртышниковым, стала настоящим символом боевого братства двух народов. Об этом говорит даже выбор материалов – российская бронза и постамент из местного, сербского известняка. Эти формы подсказал сам архитектурный комплекс этого захоронения. Моя главная задача была не нарушить целостность этого комплекса. Есть рельеф «Свобода народу, смерть фашизма». И этот рельеф взят с входной группы, то есть он там тоже есть. Та звезда, из которой идет огонь, это увеличенная модель уже той звезды, которая идет по фронтону основного входа в этот комплекс. В истории до сих пор не было примеров, когда Россия и Сербия оказывались по разные стороны баррикад, и зажженный в Белграде в год 75-летия Великой Победы «Вечный огонь» – лучшее тому доказательство. Еще раз подчеркивает то братство, которое существует между нашими народами, русским народом, сербским народом, и проверено это веками. Это истинная любовь, истинная дружба. Очень значимо, что молодежь, которая проживает здесь, на территории Сербии, для них это тоже важно, потому что это их история. Мы должны сделать многое для того, чтобы в первую очередь молодое поколение знало о нашей общей боли и о нашей общей победе. «Вечный огонь» как символ вечной памяти о подвиге. Строки на Белградском мемориале, отсылка к Пискаревскому кладбищу. Никто не забыт, ничто не забыто. Надпись на монументе на сербском понятна и без перевода.